эту встречу жители города Калинина запомнят навсегда. На комвольный комбинат приехали герой революционной Кубы Фидель Кастро Рус и Никита Сергеевич Хрущев. От имени рабочих ткачиха Татьяна Грудина передала горячий привет свободолюбивому кубинскому народу, строящему новую счастливую жизнь. Слово Фиделю. Я знаю, что ваши чувства, сердца и любовь вместе с нашей революцией. Вы восхищаетесь тем, что делает наш народ, но мы еще больше восхищаемся тем, что делает советский народ. Мы с вами вместе сегодня, мы с вами будем вместе и завтра, сказал Никита Сергеевич Хрущев. Мы с вами будем вместе, если враги захотят испытать это слово «вместе». На память о посещении комбината калининцы подарили гостям ткани, созданные своими руками.